Я хочу сказать, что у нас также идет снижение статистики по всем направлениям, прежде всего медицинской статистики. Это снижение уровня распространенности наркотиков 136 человек на 100 тысяч населения Сочи. У нас сейчас в настоящий момент эта цифра составляет. На этот же период 2014 года эта цифра составила 173 человека на 100 тысяч населения. Как видите, значительное снижение. Сегодня на учете в Сочи стоит 1305 человек, употребляющих наркотики. Год назад их было порядка 1800. Количество уменьшилось, во-первых, благодаря новому закону. Это обязательная реабилитация и ресоциализация наркоманов. Теперь люди, употребляющие запрещенные вещества, не отделаются штрафом, как это было раньше. Лечение теперь обязательное условие. В противном случае лишение свободы. Во-вторых, запрещенные безрецептурный отпуск из аптек ряда лекарств, таких как лирика и пригабалин. И третье – это активная профилактическая работа. Так, сочинской наркополиции в прошлом году было проведено более 600 массовых мероприятий профилактической направленности.